Всем привет! Давно вам не показывала свой филодендрон сорта Imbi White Marble. Он же Жозе Буоно или Буэно. В общем, названий, как обычно, несколько, а сорт вот такой замечательный один. И почему так меня впечатляет этот сорт? Тут очень интересный окрас. Сначала листочки выходят вот такие светлые. Смотрите, вариегатность белая с небольшими зелеными конопушечками. В общем-то, и зеленый тут тоже очень разнообразная пестролистность. Смотрите, и темный зеленый, и светлый, и крапинка идет. Затем лист становится вот с таким салатовым окрасом, то есть белая часть вся раскрашивается. И несмотря на то, что вышла половинка листа белая, сорт все равно очень неприхотливый, с хорошим иммунитетом, за счет того, что белая часть не остается белой. Смотрите, как выглядит растение со взрослыми листьями. Видите, они не остаются белыми. А так как весь лист зеленый, то происходит фотосинтез во всей листовой пластине, и растение имеет очень хороший иммунитет. Никогда не портит светлую часть. Если кто-то помнит, мы с вами вместе этот сорт омолаживали. Он у меня вырос большим, так как я подставила опору. Ну, некогда было мне заняться омоложением. И на опоре он у меня вырос достаточно высоким. Затем мы с вами его черенковали, делили, размножали. Все это есть в плейлистах, на канале, в группе. Все есть. И вот теперь хочу показать, как он у меня подрос уже после омоложения. Редко бывает в кадре, потому что ничего с ним не происходит. Растет, радует, никаких особых условий не требует. Ни по освещению, ни по поливу, ни по уходу, ни прихотливый. В общем, сорт настолько замечательный, настолько он меня впечатляет. Ну вот как Биркин, да? Тоже такой идеальный, неприхотливый, окрас стабильный, растет, радует. И поэтому тоже про этот сорт как-то я очень мало несправедливо рассказываю. Да и вообще, я заметила, как-то мало пользуется популярностью, видимо, по той причине, что очень мало требует к себе внимания, мало про него рассказов, мало видео, мало материалов. Вот потому что он замечательный и неприхотливый, и надо срочно это исправлять. Думаю, дайте вам сегодня про него расскажу. Стоит такой красавец, не требуя особого какого-то внимания. И вот настолько он мне нравится, что сейчас я разрываюсь между желанием вырастить его огромный. Знаете, у меня сейчас дикое желание вырастить себе растение крупномера. Обеспечить им какие-то опоры, может быть, как-то вписать в интерьер, в общую картину моих всех растений. В общем, есть у меня желание вырастить крупные растения. И второе желание – расчеренковать и завести несколько таких растений. Вот настолько он мне нравится, что мне хочется их даже несколько. Может быть, два, может быть, три. Да, есть у меня любимые растения, которые я предпочитаю иметь не в единичном экземпляре. Ну, не буду говорить, какие именно это сорта. Как-нибудь в обзорах все обязательно увидите, но самые мои любимки не живут в единичном экземпляре. И вот я сейчас смотрю на него и думаю, ну ведь есть уже, а что-то можно тут и отчеренковать, и размножить, потому что он замечательно нарос с последнего омоложения. Макушечка просто замечательно разрослась, причем смотрите, какие коротенькие междоузлия, прям очень хорошо и красиво он у меня в этот раз разрастается. В общем, замечательный сорт, который я могу рекомендовать, если вдруг где-то вам попадется к приобретению. И красив, и неприхотлив. Тот замечательный, идеальный случай по варигатному растению.